Я эту лысую бабу вчера подвозил. Кто помнит, с того лай. А, я не помню. Я не буду ставить лайк. Ты опять видос, да? Ну, блин, я их прощил. Не надо. Вообще, ты сам сказал, давай видос запишем. Я не говорил, я сказал, что... Что не надо нам видос. Зачем нам видос? Или нам нужен видос? Я просто хотел показать своим зрителям, как Даня отлично рулит. Просто великий водитель. Ему вообще в такси сниматься. Или форсаж. Я хотя бы не врезаюсь. Я тоже. Угу. Я всего лишь устроил погром. Угу. С полицейскими. Зачем мне Google Ассистент, скажите? Это не я. А зачем мне Яндекс.Карта? Если я таксист, зачем... Ребят, напишите в комментариях. Если я таксист, зачем мне Google Карта? Да блин! Виталик! Блин, я не успел направить камеру. Так. Короче, стоп. Напишите, зачем таксисту Google карта? Кто напишет, кто ответит правильно, тот получит сердечко от Виталика в комментариях. Да? Не молчи. Короче, если он не поставит вам сердечко в комментариях, если вы ответите правильно, то отписывайтесь от него сразу и ставьте ему дизлайки. Все. Я все сказал. Так что, все, пишите. Нате. Вам. Ушел. Короче, все, вот стекло разбито. Клиент, самое главное, что доволен. Ушел. Все, я закончил. Сколько он мне дал? Миссия выполнена 20... Стоп. Всего $161. Так, едем на следующий заказ. Диспетчер. О, я так и знал, что он там. Едем в соседнее село за посетителем. Ушел. Виталик, я ведь тебе деньги зарабатываю. Зачем? Чтобы у тебя были. У тебя минус 5000, как ты сдох. Какие минус 5000? У меня не минус 5000. В больнице. С тебя сняли 5000, потому что ты его. Ну и чё? А тебе эти 5000 буду возвращать. Зачем? Чтоб было. Так, сейчас. Короче, портим игру. Я пойду в хаос. А ты пойдешь в хаос. Ура, Нет. Езжай по правилам, а? Пусть видео растянется минут на 30. Ты будешь ездить по правилам. А как тебе все идет? Ну и чё? Я его минут... Я его на 7-15 раскину. А ты какой эпизод был? Нет. Я тебе показала, ты чё?
Да, вообще по правилам. Да, я еду по правилам. Вообще уже не так. Ребят, напишите, я еду. Подожди, я не буду ничего нажимать. Сейчас, только вот это зажми. О, красивый, видно. Круто, он тачку разбил. Вау, вообще, мне нравится. Круто, я по правилам вижу, ребят. Напишите, кто хочет, чтобы у нас были такие правила. Никто не хочет. Да, в комментариях напишите, хотите вы. Вот. Если хотите, Вот. Короче, стоп, ребят. Напишите в комментариях, из какого вы города и хотели бы вы в своем городе такие правила. Я пока ломаю Half-Life, ребят. Пожелайте мне удачи. Ой, я езжу по правилам, ребят. Напишите, что вы мне по правилам делаете. Лайк, дизлайк, отписка, все. Да, я сломал Half-Life. Я его изуродовал. Даже с модом на графику не изуродовал пока. Ну езжай, давай, будет с модом. Не знаю, мой голос не видел этого ужаса, да? Напишите в комментариях, ты думаешь, что мой голос не видел? Мамба! Уезжай, что такое? Потом накопим денег, купим тебе ванну. Будешь приходить почаще, будешь на ванну. Стоп! Чё? Стоп, дай гимпа. А, блин, отправилась сюда, посажу на свой. Надо голову наклонить вообще. Типа, ой-ой-ой, какой. Я ему заплачу меньше, чем он. Блин, ну... Затормози резко. Знаешь, сколько я тут холсов здесь? Сколько? 60 гигов. Под GTA 5. GTA 5? GTA 5 70-60 гигов. Здесь. Пропустил поворот. Ну, алло, ну, грузись, ну, что? Блин. Даня, я верю в тебя. Ты к четвертой серии разгромишь это такси. Нет, ты в три... Поздравляю, ты в третьей серии. Ничего я не знаю. Дверь отвалит. Я вызову новое такси. Два идиота. Два. Все. Блин. Я тебя везу. А, Дань, вот смотри, тут видишь, в чем прикол? Подожди, подожди.